В субботу в вечерних сумерках в Екатеринбурге на Уралмаше в хлам разбились две иномарки. Одна из них — Рено, на регулируемом перекрестке бакинских комиссаров и коммунистической, поворачивала налево. Старенькая бэха пятой породы цвета перезрелой вишни мчалась прямо. И, судя по комментариям за кадром, с приличной скоростью около 80 км в час. Практически лобовое столкновение, в результате которого трех человек из двух покалеченных иномарок на скорых увезли в одну больницу, в 23-ю. Как уточнили в комментариях в ГИБДД, пассажир БМВ, 25-летний парень, с черепно-мозговой и рваной раной на левой ноге, пострадал больше других. 36-летний рулевой Рено серьезно ушиб грудь, его пассажирка тоже. Она еще и ногой пострадала. Кто больше виноват в этой аварии, еще предстоит выяснять дознавателям. Ведь на дорогах чаще всего, как при разводе супругов, не бывает совершенно правых и абсолютно виноватых.